К сожалению, нынешние чиновники наши, на мой взгляд, они во многом не русские люди. То есть они не являются мостиком, они являются разделяющим, то есть выполняют обратную функцию, они начинают делить людей. Я бы поспорил с тем, что весь советский народ ломанулся в церкви, это было не так. Если бы церковь выполняла реально роль духовного пастыря для всех, и для граждан, которые не входят во власть, и особенно для представителей власти, когда судеты были отданы Германии. Просто взяли от Чехии, от Чекрыжили, никто ведь сегодня не кается. Если сейчас действовать строго по закону, и всех, кто нарушил закон, привлечь к ответственности, у нас не хватит Сибири. Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Радкин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте видео в соцсетях. А сегодня у нас в гостях в нашей студии городской глава города Калуги в 90-х, 94-х годах Виталий Алексеевич Черников. Виталий Алексеевич, приветствую вас. Добрый день. Как это было? Тяжело быть мэром достаточно крупного города Российской Федерации? Молодым. Вы один из первых были демократически избранным мэром. Нет, я был демократически избранным депутатом, а избрали меня из числа депутатов председателем городского совета. В те годы мэром до 91 года, до путча, мэром, первым лицом, являлся председатель городского совета. Вот я был избран депутатами своего состава, депутатами, которые были избраны на конкурентных, демократичных, действительно общенародных выборах, где выборы проходили в два тура. Если в первом туре ты не набирал более половины голосов избирателей, то был второй тур. Но большинство депутатов наших, которые тогда избирались, набрали в первом туре более половины голосов. Но по нескольким округам были до выборы, ничего страшного в этом не было. И причем набрали более половины голосов тогда и как депутаты новой волны, так и бывшие коммунисты, и ряд руководителей крупных предприятий, и даже военнослужащие, которые пошли на выборы, тоже все, кто заявился по своим округам, пришли в городской совет, набрав более половины голосов избирателей, что очень важно для дальнейшей работы. Сравнивая, например, то время и сейчас, что является, если так можно спросить, настоящим самоуправлением? То время или нет? Сегодня? Конечно, то время оно было более, я бы так сказал, оно было более, все-таки слова демократичным, оно было более интересным. Во-первых, потому что, чем сейчас, во-первых, потому что было множество мнений в депутатской среде, все могли эти мнения отстаивать, никто не боялся высказывать свое мнение. Администрации были очень серьезно подконтрольны депутатам. Любой шаг администрации, я считаю это правильным, любой шаг администрации был под пристальным присмотром. У нас было 147 пар глаз, трое не были избраны с первого тура, поначалу. 147 пар глаз — это только городских депутатов, еще плюс к этому в городе Калуге было 3 района, где тоже избирались свои депутаты. И там было еще по 100 депутатов. 450 по максимуму депутатов наблюдали за деятельностью исполнительной власти и всегда могли сказать свое независимое мнение, не боясь того, что их одернут, по поводу действий администрации, что очень, на мой взгляд, правильно для общего дела. Несколько раз я услышал это слово «не боялись». Это ключевое слово того времени, того момента. Конечно. И что сегодня тогда происходит? Что, боятся? Нет, сегодня уже никто не боится, в том смысле, что большая часть местных представительных органов, хотя сейчас ситуация немножко меняется, большая часть представительных органов, она представляет одну партию. И там уже действует не столько, страх какой-то перед тем, что ты скажешь что-то, а партийная дисциплина. Есть установка партийная, тебе сказано, как голосовать, ты голосуешь. То есть, в принципе, для любой партии это нормально, когда члены партии голосуют по линии партии, потому что партия отвечает за свои действия и за своих депутатов. Если депутат будет делать что-то иное, чем партия предлагает, тогда зачем он шел от этой партии? Это логично. Но плохо другое, что
90, а чаще и 100% депутатов составляют представители одной партии. А это, естественно, ограничивает представительство других интересов. Да, и их не слышат. А когда ты не слышишь других интересов, когда ты не реагируешь на них, то ты принимаешь решения, соответственно, ориентированные только на одну группу интересов. А остальные группы оказываются за рамками процесса, и, естественно, представители этих групп интересов начинают негативно относиться к такой власти. Что, на мой взгляд, плохо и для самой этой партии власти, потому что она отвечает теперь за все, да, и за хорошее, и за плохое. А так как плохого у нас в жизни не меньше, чем хорошего, иногда в последнее время даже иногда и больше, в связи со всеми этими ковидами и прочими делами, вот, то получается, что вы отвечаете за все плохое, а хорошего мы от вас не видим. Это, хотя не всегда справедливо, но, во всяком случае, это порождает вот такой негатив. Отсюда падение рейтингов, отсюда в значительной степени падение авторитета партии власти. Ну, мне кажется, что если бы мудро делились бы, да, вот с реальными своими оппонентами, то было бы намного проще и властвовать, чем сейчас. То есть мы живем сейчас в период вот такого кризиса доверия к власти. Как церковный человек я тоже должен спросить, и мы видим это тоже, и народ это подтверждает. И есть кризис доверия к церкви тоже. Вот в чем причина, как вы думаете? Ну, смотрите, я думаю, здесь вот в чем проблема. Дело в том, что ну, не все церкви, конечно, я имею в виду церкви, принадлежащие к разным направлениям, даже вот христианство. Я уже не говорю там про ислам или там иудаизм или буддизм. Вот, ну, во всяком случае, очень часто в нашей истории церковь делала ошибку, пытаясь стать государственным институтом. Русская православная церковь. Ну, в нашем случае, да, русская православная. Я говорю, в истории России. Конечно. Именно вот эта попытка стать государственным институтом, она к тому же самому и приводила. То есть, вот о чем я сейчас сказал, да? Когда ты прилепляешься к государственному институту, который к тому же еще и не реагирует, ну, не создает условий для представления других мнений, то как только этот государственный институт начинает восприниматься негативно людьми, негативно начинает восприниматься все его составляющие, включая церковь, которая, ну, хотела бы быть, ну, как бы вот, вот в этом процессе рулящей по части религиозной, а в итоге получается, что она становится таким же негативным элементом власти, как и светская власть. Поэтому, конечно, это большая ошибка для любой церкви становиться частью власти. На мой взгляд, этого кризиса доверия в церковном плане было бы существенно меньше, хотя это, в общем-то, явление во всех странах происходит, но его было бы существенно меньше, если бы церковь выполняла реально роль духовного пастыря для всех и для граждан, которые не входят во власть, и особенно для представителей власти. Потому что ведь от представителей власти, от того, как они морально подготовлены, да, к исполнению властных полномочий, как они несут этот груз, да, зависит вот это самое доверие власти. А кто может, ну, в данном случае обеспечить вот этот моральный фон, да, духовный фон? Ну и, на мой взгляд, это вот один из мощнейших институтов, которые могли бы влиять на этот процесс, это церковь. Причем любая, в данном случае христианская, православная, либо это мусульманские конфессии, которые у нас тоже есть разные, да, там шииты, сунниты, или буддийская эта система религии, да. То есть вот как, ну, но как только одна из церквей начинает пытаться занять главенствующее государственное какое-то место. Доминирующее. Это вызывает, отрицание даже тех, кто ей сочувствует, потому что они не готовы принимать ее как государственный институт. А раз она государственный институт, это значит, она с ними заодно, а значит, все, что они делают плохое, и вы делаете для нас плохое, хотя тоже это далеко не всегда так. Но воспринимается это так, да? Простым ли человеком всегда и так это и вызывает и недовольство других церквей, которые не имеют такой возможности стать вот этим государством. В силу того, что их просто меньше по численности, они менее распространены по всей территории, менее равномерно распространены и так далее. И вот вся эта вот история, она и выливается в итоге в кризис доверия. Она выливается, с одной стороны, в кризис доверия
к церкви, которая хочет быть государственным и занимает это место, и к другим церквям, на которых начинают перекидывать это. А и вы такие же, наверное, вы тоже так же хотите. Вы, если бы у вас была возможность, вы бы тоже так. Это возникает вот это какая-то... Поэтому я считаю, что Богу Богово, кесарю кесарю. Это же не случайно сказано. Да? Светская власть должна заниматься делами дороги, там, я не знаю, социальное обеспечение. Жизнь людей. Жизнь людей. А духовная власть должна заниматься тем, что и в слове духовное, духом, да? Да. Нравственностью. Вот. И это очень важно. Если это, эту ошибку не совершать было бы, вот, да, то, наверное, мы бы имели и власть другую. Ну, то есть более, скажем так, нравственную, да, с точки зрения высоких материй. Вот. Поэтому, думаю, кризис власти во многом связан с этим, что вот с желанием отдельных, скажем так, чиновников церковных, да, быть на уровне чиновников государственных. Это неправильно, мне кажется, для религии. Ну вот тогда для чего государству, да, или государственному аппарату, чиновникам подставлять так церковь, ту же Русскую Православную Церковь? Но это надо спросить у них. То есть тянут за собой, получается? Вот. Нет, здесь, мне кажется, ситуация тоже, она тоже, тоже ситуация, это результат заблуждения. Дело в том, что наши чиновники предполагают, что априори церковь как институт, как бюрократия, да, им это понятно. Ну вот мы бюрократия, и у них там бюрократия. Да, структура им своя кажется, что эта бюрократия работает так же, как у них. Они дали приказ там по вертикали, да, и его там донизу должны выполнить, да. Им кажется, что в религиозном плане это так же. Бюрократия должна дала приказ вниз, а это так не работает. На уровне духа это так не работает, потому что каждый имеет... определенно, каждый человек, я имею в виду, кто принадлежит к той или иной религиозной системе, он имеет возможность сверять действия своих иерархов с Библией или там, с Кораном, или да, то есть с Торой, там, да, с Талмудом, там, ну, там, с тем, что у него является да, священной книги. Да, да. И пример, ну, скажем, святых предыдущих лет, столетий, там, иногда даже тысячелетий. И когда он видит, что этот человек, например, да, не действует так, а действует по-другому, он не будет, отсюда и кризис доверия, да, он не будет этому подчиняться, потому что у него есть более высокий авторитет. Это история и святые, священные писания, да, разных конфессий. Поэтому ошибка наших чиновников именно в том, что им кажется, что стоит сделать церковь своим филиалом, да, и мы сразу получаем огромное количество нас поддерживающих, любящих только за то, что мы вот, ну, да, вот, и так далее. Нет, это так не работает, к сожалению. А то, что не понимают некоторые чиновники от церкви этого, это плохо, потому что они в первую очередь теряют авторитет, да, а потерять нравственный авторитет, это все. Его, чтобы его обрести, обратно вернуть, это очень сложно, практически невозможно бывает. Ну вот когда началась перестройка, помните эти годы, тысячелетия крещения Руси, многие считают, что это вот был, ну как бы, мы, протестанты, называем это пробуждением, когда весь советский народ начал ходить, ну, в церкви, в храмы, в синагоги, везде пошел такой религиозный подъем всего, и церковь, может быть, вот так ломанулась тоже во власть в этом, захотелось поиграть в это во все. Растеряли все. Вот я знаете, к чему веду? К тому, что сегодня очень много людей уходят из церкви, не доверяют. Не только из православной церкви. Очень-очень много молодежи да, уходит, не вот верит, не доверяют. Я бы поспорил с тем, что весь советский народ ломанулся в церкви, это было не так. Ну, куда угодно, кто к Кашпировскому, кто да, к Чумаку, ну, кто даже, в церкви. И даже не в этом дело. Дело в том, что когда церкви вернули ее возможности, еще пока не имущество, не финансы, возможности духовного какого-то вождения, да, люди, ну, русский народ в целом, я не имею в виду сейчас только русских славян, да, я имею в виду русский народ в целом, это и татары, и башкиры, и якуты, все люди, которые считают себя вот на этом пространстве жителями России, русские все мы, да. Но вот. Вы не хотите сказать россияне, как нет, Борис русские. Николаевич говорил? Нет, русские, у меня отдельная по этому поводу позиция. Вот. Мы все русские люди, вне зависимости от того, каких этнических корней и религиозных взглядов мы придерживаемся. Так вот, склонны, они склонны в массе своей, они склонны к сочувствию.
сопереживанию. И церкви, конечно же, несмотря ни на что, несмотря на 70 лет вот этого, ну, атеистического воспитания, церкви, как ущемленной, как обиженной, сочувствовали. И когда церкви дали... Церкви, я имею в виду не только православные, я имею в виду религиозным организациям. Да, дали духовную свободу. Дали, да, духовную свободу. Люди это восприняли с облегчением. Ну, слава Богу, вот столько их, значит, третировали. Пусть будут. Ну, причем пусть будут. Кто-то, кто хранил эту веру там, в семьях, да, тайно там, и так далее. Кто-то, да, пошел сразу в церковь. Кто-то проявил интерес, просто пришел в храмы, потому что раньше нельзя, ну, раньше было опасно там креститься, да, быть замеченным в постоянном посещении храма и так далее. Стало безопасно. Кто-то пошел из любопытства. Кто-то покрестился и стал реальным, ну, поняв смысл, да, той или иной религиозной системы, стал ее адептом. А кто-то просто зашел один раз и вышел, ну, как бы, ну такого так, чтобы вот, ну, прямо весь народ ломанулся, этого не было. Это первое. И второе, да, здесь произошла такая вещь. Дело в том, что, насколько я понимаю, вот этот процесс разворачивания нового возрождения церковного, да, вот он востребовал огромное количество священнослужителей, необходимости в которых в советское время не было. Ну, были действующие храмы, но там было, ну, немножко. Понятно, да. И вот в этот период, в эту нишу пришло очень много людей, далеко не всегда реально отвечающих нравственным принципам, которые та или иная конфессия в себе содержит, да, в себе несет. И это не то, что чья-то вина, да, но это вот веяние времени. Так же точно, как во власть пришли огромное количество людей, совершенно не мотивированных на общественное благо, да, а только на свой карман. Так же и здесь. То есть мы из одного общества. И вот этот процесс, он привел к тому, что у многих действия, ну, священнослужителей, которые формально священнослужители, но никак не воспринимаются, не стыкуются со святостью. Да, вот это и касается и стяжательства, да, и это касается и мздоимства, и так далее, и так далее. То есть это эти грехи не избежали, значит, этих грехов не избежали и многие, или соблазнов, скажем так, не избежали. А мы знаем всегда, что одна ложка дегтя портит всю бочку, да. Бочку меда портит. И стоит... во власти, понятно, мы там во власти можем что сделать? Мы во власти можем взять, в конце концов, при всех проблемах с избранием сегодняшним, но можем, в конце концов, ну, переизбрать человека, там, написать прокуратуру и так далее. А в религиозной среде это очень сложно сделать. Ну, как... Да, ну, да, там во всех отношениях, иерархии. Да. И вроде батюшку подставлять, ну да, он, наверное, что-то не так делает, ну как бы нехорошо же жалобы писать на человека в сане, да, ну. Поэтому, конечно, это очень важный процесс еще внутреннего, как бы, духовного контроля, духовного напряжения, да. Если иерархи ставят задачу создать вот этот вот моральный, духовный климат среди своих, да, то тогда и паства по-другому смотрит на это, видя примеры высокой нравственности, да, высокой моральности. Если такая задача не ставится, или она ставится, но никаким образом не отслеживается и никаких мер не принимается, тоже результат будет негативным. Отсюда, мне кажется, вот сейчас, мне кажется, этот процесс, он во многом вот этими перегружен бедами, да, что нет, многие не видят вот в своем, не только в своем, некоторые, он, я слышал, критикуют и патриарха, во всяком случае, да, говорят, что он сам-то, смотрите, как одевается, во что одет, на чем ездит и так далее, да. То есть когда нет вот этого нравственного ориентира, которому следует иерарх, следует его подчиненный, нижестоящий, и сам до самого низа, тогда у человека возникает сомнение, а тому ли Богу он ну, а если себя, вот все себя то, о чем вы сказали отдает. Сейчас, что вы вот нарисовали картину, к светской власти обратить. Вот вы сказали, главная черта русского народа – сострадательность. Ну, смотришь на чиновников сегодняшних, никакой сострадательности к людям нет. Ну, я не сказал, вот что она для главная, меня сейчас, я вот вижу, сил, да. Что у людей сейчас большой запрос на социальную справедливость. Да. Люди устали от всего. Люди смотрят на чиновников,
церковных, светских больше есть. Нет сострадательности. Куда ушла душа русского народа? Ну, уж точно не в чиновников. Уж точно. Значит, я бы сказал больше. Это, конечно, смелое утверждение, но я скажу так, что вообще вот русский народ, опять же, я говорю, в целом, да, вот живущий от Тихого океана и до Калининграда, или от Белого моря и до, значит, Каспийского моря, да, вот если брать эти, да. Русский народ, это исторически так сложилось, никто конкретно тут не автор этого дела, да, если только не говорить, что Господь, да, распорядился это. Он силою обстоятельств оказался на пересечении цивилизаций. Вот, ну, согласитесь, да, что больше нет нигде территории, где бы так плотно сплелись судьбы европейской культуры, иудейской культуры, исламской культуры, буддийской культуры, культуры, языческой культуры, все шаманисты наши, да, там, эти, да, и все это вот сошлось в одном месте и было вынуждено сожительствовать, то есть жить вместе, потому что больше уже деваться, ну, вовне уже каждый, кто выходил вовне, встречал, ну, других тех, кто не хочет, чтобы туда приходил, да, и вот сойдясь на этой сложной, холодной достаточно территории, огромной, обширной территории, эти различные цивилизации научились жить в согласии. Ну, в каком-то. Ну, то есть, да, ну, не, может быть, не в полном довольствии, да, но в согласии. То есть они сошлись на том, что такая жизнь лучше, чем война. И это колоссальный такой вот, ну, эксперимент мироздания, да, при котором мы показываем. Просто не потому, что мы это делаем сознательно, а просто мы, живя вот так, мы показываем всему миру, что эти различия, эти, ну, скажем так, противоположности могут каким-то образом ужиться вместе и, мало того, создать один народ. Вот это он не факт, что этот народ просуществует вечно, да? Ну, но да. Вот на этом этапе это такая вот мост цивилизаций, на котором я бы, например, ну, вот изучал бы это, да, вот, кстати, в Татарстане нередко проходят такие международные конференции о, значит, вот взаимодействии различных конфессий, религий, и в Татарстане, например, в Казани в блестящем просто состоянии находятся православные храмы и мусульманские, значит, мечети, да? При и этом... не только. Я только вернулся из Казани, был несколько дней При этом назад. Там вообще есть... Храм всех религий построен. Так вот, там же еще некоторые православные храмы очень напоминают мечети, а некоторые мечети очень напоминают православные, вот этими куполами, православные храмы. То есть там так переплелось это, что это вот как раз вот точка вот всех, да, сходов. Там же мы знаем, что там же на Волге существовало и хазарский каганат, а это иудейское государство, да? То есть вот эти все потоки, они, в общем-то, здесь сошлись и как-то сумели договориться. Вот мы видим сейчас, что в Америке происходит, да? Мы видим, что во Франции происходит с представителями арабского мира, да, переехавшего. Потому что это чужая культура к ним пришла, и они сейчас, мы видим, что происходит, ошибки, которые допускает Макрон, там, да, в высказываниях и так далее. И это к чему приводит, к каким это конфликтам приводит. У нас научился народ, прежде всего, да, а вместе с народом и власти, научились эти проблемы каким-то образом, вот, ну, вот, да. И в этом смысле русский народ, являясь мостиком цивилизации, каждый из нас, да, ну, до, по идее, являясь частью русского вот этого пространства, выступает таким образом, хочет он этого или нет. Потому что к каждому приезжают гости из разных, там, да, мы встречаемся с разными людьми, и мы понимаем, что мы, ну, как у нас в деревне говорят, лишь бы человек был хороший, да пусть хоть негр, лишь бы человек был хороший, да, вот, условно говоря. Так вот, этот мостик цивилизаций, это миссия, по сути, русского народа. К сожалению, нынешние, я возвращаюсь к чиновникам, да, к сожалению, нынешние чиновники наши, на мой взгляд, они во многом не русские люди. То есть они не являются мостиком, они являются разделяющим, то есть выполняют обратную функцию. Они начинают делить людей на сегменты, на группы. А кто нам их прислал? От самого главного до самого последнего. Кто это? Мировое закулисье, что ли, правит здесь?
Я, конечно, ну тролль, вы же понимаете. Ну, трудно сказать. Откуда они взялись? Наши вроде, свои все. Ходили с нами в одни школы, сидели за одними партами. Ну, трудно сказать. Дело в том, что вот как раз здесь и могла бы быть очень высокая роль духовных организаций религиозных, да, если бы они, не возвращаемся к теме, не присоединялись к этой власти. Да? А те, кто не присоединяется, нас выталкивают просто за борт. Всего лишает, всех работ. Ну, вот сейчас на той неделе был Госсовет, по-моему, президент сказал усилить контроль за частными революционными центрами. По всей стране сейчас нас накрыло. Да. Проверки от кого только нет. Штрафы начинают выписывать. Да, да, да. Ну вот это как не русское поведение, абсолютно не русское. Я не знаю даже какое, почему. Вот немка по происхождению, Екатерина II, да, она издала первое издание Корана на бумаге. Угу. Корана же не было на бумаге. Угу. Ну, это, да. Так вот, когда были присоединены огромные территории с исламским населением, с мусульманским, императрица позаботилась о том, чтобы эти люди в России чувствовали себя комфортно. И для них было издано за государственный счет издание Корана. Угу. Вот. И роздано, значит, во все мечети поднесено издание Корана за счет государства. Это как раз, несмотря на то, что она немка, она лютеранка была. Да. Ну, может быть, именно поэтому она и вот так относилась быть, но ко тем всем. Не менее, но тем не менее, она поступила совершенно по-русски, потому что далеко не всегда германские короли там поступали именно так. Угу. Далеко не всегда. Мы помним крестовые походы, да, помним, да. Вот, поэтому как бы она поступила совершенно так, как должна была поступить в стране, в которой люди, они должны жить в мире, не должно быть внутренне замятнее, да, не должно быть вот этого, и так хватает проблем, да, вот. И то же самое было по отношению к буддистам в свое время, да. То есть, грубо говоря, вот эта миссия моста, она ощущалась даже и, ну, скажем так, иноязычными императорами, которые приходили, и опять, ведь, смотрите, что получалось. Чем Россия привлекала вот эти малые народы, приграничные, кому? К Китаю присоединиться, к Монголии, к Ирану, к Ираку. Нет, потому что там тебя, ну, сделают, растворят. О культуре, своей, да, а культуре здесь, своей религии. Да, а здесь ты видишь, что в этой культуре есть и твоего немножечко. Угу. Ну, всегда есть в этом большом есть. И поэтому лучше я к ним, они меня не раздавят. Ведь, как говорил в свое время Ильин, да, наш философ, что чем отличалась Российская империя от многих других? Тут тоже были свои проблемы. Ой, не меньше, чем... Но она сколько в себя народов приняла, столько и соблюла, как он сказал. Угу. Да? Сохранила, да. Сколько приняла, столько и соблюла. То есть, грубо говоря, да, были тоже были насильственные попытки насильственного оправославления, были такие, да, и было и прочее. Но это процесс, который... Но, тем не менее, все равно не произошло тотального оправославления. Ну, не произошло. Угу. Все равно сохранились все эти и конфессии, и история, и религии. Башкиры, татары, мордва, чуваши, коми, якуты, буряты, там, значит, алтайцы, хакасы, и так далее. Тувинцы, да. Ну, все сохранились. И у меня даже вот я, когда был на Кавказе, в Кабардино-Балкарии, у меня... Там один местный охранник, который нас, ну, делегацию нашу охранял, неизвестно от чего, ну, потому что мы были эксперты там международной организации, у них положено, чтобы в регионах с кризисными какими-то обстоятельствами, чтобы там была охрана у экспертов. Вот. И вот он мне говорит, что вот мы кабардинцы, балкарцы, там у нас, значит, карачаи, черкесы и так далее. Если бы сюда пришла Турция, он мне говорит, балкарец, то мы бы все были турками. И только в составе России мы кабардины, балкарцы там и так далее. Единственная, говорит, проблема, что сейчас, последние годы, Россия очень неправильно, ну, разруливает. То есть она всегда была арбитром у нас. Мы всегда могли обратиться к большой земле, да, и разрешить наши конфликты. Иначе мы все друг друга перерезали. У нас же здесь села, говорит, по 300 лет конфликты у сел помнят, кто кого там, значит, убил, месть, застрелил, да, и так далее. И только Россия могла выступать таким независимым арбитром, который приходил и говорит: ребята, садитесь, мы вам дадим это, мы вам дадим это. А сейчас, говорит, опять нас начинают, ну вот, вернее как, позволяют нам начинать между собой конфликтовать. И это, говорит, не нравится никому, но есть традиция. Не нравится, но... А вот если придет Россия и скажет: ребята,
Тогда да, ну тогда более авторитетный. Но сейчас Россия не выполняет роль этого авторитетного. Ну, это было несколько лет назад, не знаю, как сейчас. Вот, но тоже вопрос. То есть вот Россия в этом смысле выполняла. И если мы возвращаемся к чиновникам, которые ведут себя вот так, да, то они не русские люди. То есть они не работают на вот эту мощную, случайно, возможно, сложившуюся миссию России. То есть они создают условия, при которых все начинают друг... Ну, то есть они, ну, например, они берут взятки у армян, например, да, или там у дагестанцев, или у чеченцев. И все остальные начинают говорить: сволочи чеченцы, сволочи армяне. Ну, не... Но ведь сволочи те, кто берет взятки, а не кто дает. Кто дает? Устраивает систему, что ничего не решается без... Да, мы же понимаем, что любой бизнесмен, любой активный, пассионарный, уехавший из мест, где он родился, он едет туда, чтобы заработать. Ну, денег себе, на семью и так далее. И он, конечно, хочет получить некий эксклюзив. Хочет. Но если власть создает для всех равные условия, ну, тогда все одинаково. Да. А если ты находишь любимчика и говоришь: ты мне откатик-то дай, ты мне денежку-то дай, а тогда я этим не дам. И это рождает совершенно другую историю. Это рождает, а, полное недоверие к власти. Даже, а что ей доверять? Она все равно на карман возьмет. Хотя, может, и не берет кто-то. Но раз уж ты во власти в этой, то ты не можешь не брать. Значит, ты да. То, значит, ты точно, да? То есть любой честный человек, попадая во власть, сразу оказывается в сложном положении. Все начинают мигать глазами, говорят: да что ты, да ладно, знаем мы, как вы там берете, да? И оправдываться в этом смысле очень сложно. Ну как я буду кричать: да я не беру, да вы что, друзья? А тот, кто дает взятку, да, он еще меньше доверяет этой власти, потому что он ее купил. Теперь он ее купил, и он может делать все, потому что у него теперь есть, да, компромат, что я же, да, и так далее. А те, кто не получил, начинают ненавидеть и этого, и того. То есть разве это нормальная миссия? Нет, конечно. Слушайте, мне это напоминает Европу и продажу индульгенции от всех грехов. Типа того, да, да. Поэтому, может быть, нашей стране нужен Мартин Лютер, а? Что кто-то должен подняться, чтобы провести реформацию страны. Я предлагал многим нашим политическим, ну, начиная там от Хакамады и заканчивая там... Оппозиционерам? Ну, тех, кого принято да, называть сегодня. Я, когда еще были... Это много лет было назад, когда еще были возможности для политических партий оппозиционного склада быть самостоятельными. Не подразделениями там, да, управления внутренней политики администрации президента, а самостоятельно. Я предлагал: ребята, вынесите на знамя разговор об амнистии. Ну, то есть мы все зашли в тупик. Ну, мы все зашли в тупик. У нас, смотрите, у нас бизнесмены там уходят от налогов. Тем самым не пополняют бюджет, который идет в том числе на больных, сирых, убогих там и так далее. У нас власти погрязли во взятках, да, тоже. У нас граждане не верят никому и тоже стараются свои доходы укрывать, даже не бизнесмены, да. И понимая, что если они их отдадут туда, то они опять уйдут вот на то, да. Если сейчас действовать строго по закону, и всех, кто нарушил закон, привлечь к ответственности, у нас не хватит Сибири. Ну, реально, не хватит. То есть нам придется всю страну посадить, ну, за редким исключением, совсем уж таких недотеп, в кавычках я говорю, да, придется вот как-то... Значит, соответственно, это тупик. Мы не можем... Может, хоть Сибирь освоим. Ну, может быть, да. Кем только. Вот. Если они ничего не умеют делать, кроме того, как брать откаты. Вот. То есть необходимо сделать такую... Давайте друг друга все простим. Давайте начнем с чистого листа. Мы понимаем, что все мы зашли в тупик. Бизнесмены признают, что да, они укрывали, потому что не были уверены, что их налоги пойдут правильно. Власть признает: да, мы принимали неправильные решения, мы, многие из нас там брали взятки и так далее. Это неправильно. Население скажет: да, мы и так далее. То есть все, грубо говоря, покаятся в грехах ради общего будущего. И скажут: вот теперь давайте так, ребята, забываем все, что было, не будем больше ворошить прошлое. Если только это не уголовное преступление, имеется в виду не убийство, не изнасилование, да, да, да. Это, я ребята, понимаю, это не касается, да? Я имею в виду такие экономические и прочие все дела. Мы забываем, закрываем эту тему, принимаем, говорим, что в течение года приводим в порядок все,
налоговые наши декларации, там, бизнесы, белую платим зарплату и так далее. За это время власть обязуется принять справедливые законы, запрос на справедливость, да, законы, ориентированные на развитие, чтобы бизнес... Дать свободу предприимчивым людям, да, работать. Но и дальше, после всего этого, мы друг друга простили, и дальше принимаем законы, драконовские, за любую мелкую оплошность, секир башка, ну, условно говоря, да? Но тогда уже все вас простили, вам дали возможность начать все с нуля, да? С чистой совестью, с этого момента. Отдайте так же обществу, как оно вас простило, да? Если не хочешь, ну тогда ты уже преступник, серьезный. Ты уже дважды, второй раз ты вступил в ту же реку, да? И попытался опять обмануть всех. Ну тогда извини. Но тогда ведь и население будет по-другому относиться к действиям власти, да? По наказанию. Сейчас население как говорит? А, бедного бизнесмена зачморили. И так вы нам тут, значит, жить не даете. Так еще и парня, значит, там, или там девушку, женщину там, да, куда-то, значит, загнали, заможали, заштрафовали. Хотя, может быть, они и виноваты. Но скорее склонны становится на сторону наказанного, обиженного, чем на сторону... Только олигархи нас еще, значит, не нравятся. А так мелкий бизнес говорит, ну что же, они и так целыми днями пашут, а что же вы на них еще... То есть, грубо говоря, мы бы тогда этим очищением, да, мы бы создали новую страницу. Ну, вот скажите, не то же попытался сделать Титов, когда вот эту амнистию объявили тем, кто убежал с капиталами, попытались, люди начали возвращаться, их тут же начали сажать. Нет, нет. Другая немножко идея. Нет, Титов попытался простить бизнесменов, ну, призвать простить бизнесменов. Крупных. Я же говорю, но это же никак вы не вы говорите меняет. Обо всех вообще. Я же не говорю, это же не меняет отношение к власти. Власть остается той же. Ну, почему? То есть и бизнесмены должны простить власть. Да. То есть это должно быть, ну, то есть все мы должны... Власть очень долго принимала неправильные законы. Законы фискальные, законы грабительские. Ну, и принимает, да. И поэтому многие бизнесмены, ну вот, в условиях этого ковида, да, ведь многие просто-напросто разорились люди, да, не по своей вине. Да. И государство ничем им не помогло. И почему оно не помогло-то? Ну почему? Ведь это же золотой фонд, это же те, кто наполняет бюджет. И вы просто их забыли, о них забыли. Почему же они должны тогда вам, возродив свой бизнес через какое-то время, почему же они должны не укрывать налоги? Ну почему? То есть что их заставит так прям любить государство, которое их, бросило в тяжелую минуту? Поэтому, конечно, это взаимный процесс. Это все, и эго, это и политики должны так выступить, и исполнители, и предприниматели. И население должно быть вовлечено в этот процесс. Что, ребята, давайте им и... Ведь многие прирезали себе к огородику лишние там 20-30 квадратных метров, и на нем картошечку сеют. И тайком никому об этом не сообщают, эту землю. А она пока забыта, эта земля. Да, она вот тоже же ведь сворованная земля, да, ну, грубо говоря. А мы приходим, там налогоинспекция, и говорит, ах, вот вы здесь прирезали землю. А может, это единственное, с чего он там... пропитается сейчас в это время. Поэтому все это должно быть, ну, таким... Мы должны признать, что все мы грешны, и все мы совершили неправильные действия, которые привели нас вот в этот тупик, когда единственный вариант только всех пересажать. В России никогда не было покаяния. Ни за что. Вот даже война, которая была, которую мы чтим так. Да, когда-то же Германия покаялась, а Советский Союз и Россия... Вот. Как преемница, ни в чем не покаялась. Германия сложная. Дело в том, что тут сложно... Я не хочу даже это трогать пока. Нет, просто... тут сложный вопрос. Дело в том, что в тот период все были хороши. Ну, все. Ну, просто... Ведь в этот момент, когда Германия и Советский Союз заключили пакт Молотова-Риббентропа, в это время Италия вела колониальные войны. В целом ряде просто потому, что там были ресурсы. В это время, то есть в 1935-м, да, Франция тоже там фигачила по всем этим... И даже Германия в этот момент тоже какие-то там, значит, колонии отфигачивала. То есть, грубо говоря, все, ведь это был период, когда территориальная война была актуальной. Сейчас экономически. В другое время, да. А тогда была территориальная. Поэтому отхапать кусок территории, это потом пришло сознание, что отхапав кусок территории, ты должен взять его на содержание. Да. Ну, то есть, да, вот сейчас что... Не только ресурсы, но и люди. Что откликается во Франции? Они имели колонии. Теперь потом они
покаявшись, что они там эксплуатировали, открыли границы, а теперь они имеют вот эти проблемы. Да? Вот, то есть все взаимосвязано. Поэтому, безусловно, когда Гитлер решил хапнуть территориально Советский Союз, хапнуть его, да, то он, естественно, он совершил акт агрессии, и Советский Союз... Что тут каяться Советскому Союзу в этой части? Советский Союз может покаяться по поводу Польши, ну, да, и Бессарабии. Ну, там, где... Ну, там советский период был безбожный. Мы говорим все-таки, ну, может быть, вот когда вот этот переломный момент был переход от Советского Союза к России, к Российской Федерации. Перестройка, всем известные события. Может быть, я не знаю. Но в любом случае, в части, касающейся взаимоотношений стран в период перед Второй мировой войной и Великой Отечественной, белых пушистых там не было. Однозначно. Вообще не было. Гитлера привели к власти, в общем-то. А что такое? Что такое Мюнхенский сговор, да? Когда судеты были отданы Германии. Просто взяли от Чехии, от Чекрыжили. Никто ведь сегодня не кается на эту тему. Нет. И никому, а только и Чехии кается. Да? Вот. Поэтому, как бы, не было там белых пушистых. И Сталин не был белым пушистым, но и англичане не были белыми пушистыми. Да? Никто из них не был белым пушистым. Поэтому. Единственное отличие, что они не поняли, это то, что Сталин – это абсолютный византийский руководитель, не европейский. И они это получили в итоге, да, вот византийского руководителя. Ну, а что делать? Он с Кавказа. Такой был товарищ у нас, да. Вот. Поэтому, грубо говоря, каяться тут, собственно говоря, было Советскому Союзу в части Второй мировой войны особо не в чем. Потому может что... быть, я не имел в виду только войну, вообще за весь период безбожия, богоборничества. Ну, для этого, для того, чтобы кому-то в чем-то покаяться, нужно осознать сначала, что... Вот этот, то, что вы предлагали, когда вы говорите. Да, этот период говорите, был, да, осознать людям, нужно. Они же не могут осознать, они же не могут осознать этого. Вот в чем дело-то. И, так это нет, мое предложение, оно носит такой, как это сказать-то, характер... фантазии, да, то есть понятно, что, ну, я предлагаю, но это не означает, что это произойдет. Но если бы это произошло, безусловно, очевидно, наша страна, внутреннее покаяние, то есть не перед кем-то, а внутри. Вот мы сейчас друг перед другом должны были, если бы мы это сумели сделать, то я уверен, что очень серьезно изменилось бы, очень и очень быстро изменилась бы ситуация в стране и экономическая, и нравственная, и какая-то вот, ну, там, культурологическая и так далее. Спасибо большое, Виталий Алексеевич. Огромное спасибо вам. Я думаю, не последний раз мы с вами встречаемся. И нашим зрителям скажу, канал «Взгляд с небесный», небесный взгляд на разные аспекты нашей жизни. Сегодня в гостях у нас был мэр города Калуги, не, городской глава, наверное, правильно, 90-94 года Виталий Алексеевич Черников. Спасибо, всего доброго. Спасибо вам, до благослови свидания. Господь.